Putini Venemaa ja inimõigused. Neid sõnu saab ühes lauses kasutada vaid vastanditena. Tänane radar räägib näitliku loo sellest, kuidas Venemaa oma kodaniku asus ahistama, vangi ähvardas panna. Selle tarbeks vale süüdistusi otsis ja kõige tipuks isiku kohta vastu propagandat tegi. Я пришел в Эстонию из России пешком, нарушая границу, потому что у меня уже не было другого выбора. Valiku, millest räägib Venemaalt pärit aktivist Konstantin Chadlin, oli teinud teema eest Vene võim. Hommikust. Hommikust. Kuid räägime kõigest algusest. Здравствуйте. Мне получить. Готовый документ? Да. Один раз можно. Спасибо. Need on Kostja esimesed Eestis väljastatud ametlikud dokumendid. Need kinnitavad, et meie riik andis mehele asüüli. Peale pooleteist aastas segast elu pole ta enam illegaal. Поздравляем, ты получил документы. С какими чувствами? С чувствами, что мне надо теперь поехать в банк открыть счет, поменять права российские на эстонские. Переоформить сим-карту на меня, ну и другие мелкие моменты. Да. Дело еще хватает, тогда в путь. Kuid mille eest ta tegelikult Eestisse põgenes? Ja kuidas üldse sai Kremli meelsest mehest ja Putinit pooldava organisatsiooni piirkonna liidrist poliitpõgenik? Et saada vastuseid, sõidame koos Konstantiniga kõigepealt Harku kinnipidamiskeskuse ette. Kostja saabus Harkusse eelmise aasta maikuus ja elas siin kuni augustini. Первые недели две, когда я находился в Харку, мне постоянно снились сны про Россию. Мне снились сны такие, наверное, близкие к панической атаке, что я оказался в России, и мне снова придется оттуда валить. Когда ты понимаешь, что в твоей жизни есть угрозы, и условия, которые здесь, ты воспринимаешь их как те условия, что, во-первых, ты уже угрозы избежал, и здесь есть твой шанс доказать то, что именно необходимость твоей защиты. Venemaal oleks oodanud teda 10 aastat vangistust. Kohtu väitel lõi Konstantin 2014. aastal gruppi, mis müüs kasutatud autosid. Ning selle käigus riisus ostjate raha kogu väärtuses 3,7 miljonit rubla ehk 52 000 eurot. Я понимал объективно, и у меня была информация о том, что в отношении меня будут применяться не юридические процедуры, а договоренности силовиков с судом. Не были проведены очные ставки ни с кем из потерпевших и со мной, и ни с кем из других участников дела, хотя я об этом просил следствие, но следователь отказал с формулировкой, что не видит в этом необходимости. Самомоди вале сюдистусе ярги он Константине сыну листума пандут Эрик Китуашвили, Смотра ТВ, портале Асутая. Mees on tundud enda provokatiivsete eksperimentidega, mille raames on ta paljastanud mitmeid korrumpeerunud vene politseinike. Ну что, у меня страховки нет, ты прав. Ну, косарь страховка. Так. Ну и сам думаю. Косарь, да и хватит, да? Я думаю, а что, если ты хорошо отмечал? Куда, куда? Машину. В машину положи? Да нет. А, на машину положи. Kreml käsitleb seda kui riigi vastast tegevust. Kuid et asja ei näiks sõnaõiguse piiramisena, leiutavad võimud muid tegusid, mille eest paragrahve väänata. Nii istubki Smotra TV portaali asutaja juba poolteist aastat kinnipidamiskeskuses ja ootab süüdistusakti kelmuses osalemise eest. Люди, которые уже находятся в тюрьме либо в СИЗО, рано или поздно дают показания против того, против кого надо дать показания на послабление каких-то своих условий. Я считаю, что часть этих людей использовали для того, чтобы оказывать на меня давление за счет этого дела. Täpselt analoogne lugu võis juhtuda ka Konstantiniga. Tema suhtes alustati Venemaal menetlust ja selle raames olid kahtlustuse saanud ka mitmed Konstantini sõbrad. Уверен, что это какое-то давление, либо шантаж.
Константин вахистати, куит вавастати, иси алгу пари пева пераст. Мейс отсустас кохе, эт пеа пыгенема. Пири ületамисекс валиста пихква лехедесе пиирконна. По картам посмотрел, где почва тверже, на границе весной. В Финляндии, Норвегии, там болото. Были в мае, поэтому... Там бежать стрёмно. Ну да, я выбрал самый короткий участок для проведения моей спецоперации. Это вообще операция точно была, чтобы пробраться сюда. Помнил, что по карте, где ближайший хутор находится, туда пришел, там никого не оказалось. И дальше пошел уже в направлении следующего населенного пункта, который помнил тоже по карте. Piirivalvurid valvurid pidasid Konstantini kinni ja nii sattuski ta esmalt Harku kinnipidamiskeskusesse ja sealt edasi Vao pagulaskeskusesse. 6 месяцев здесь я жил, сушил белье свое на этих веревках. Здесь вот моя комната, где вот это окно. От насекомых повесил сетку, и там есть наклеечка на окне, где как раз написано. Как тебе кажется, кто-то живет здесь? Ну, по-моему, никто не живет, потому что там еще ваза осталась, которую я оставлял, и корм для птиц. Что-то птицы его не доели, видимо, потому что уже хорошая погода. Muide, seni kuni Venema polnud meest taga kiusama hakanud, oligi mees tõsimeelselt Kremli ja Putini pooldaja. Et aru saada, kuidas Venemaa propaganda töötab, selleks oleme otsinud välja Konstantinis kõneleva loo, mida näidati telekanalis Rossija uudiste saates Vesti. Pange tähele, millise tonaalsusega Konstantinis räägitakse ja osagi ridade vahelt lugeda. Ты участвовал в публичных акциях. На одном из них, например, с государственным флагом на митинге в поддержку Новороссии стоит как раз тот самый Чаглин. Никакой политики, только общественный активизм, и то на сугубо региональном уровне. Mingil segasel põhjusel hakkasid aga võimud kahtlustama, et Konstantin plaanib Ufas toimunud rahvusvahelise kohtumise eel korraldada meeleavaldust. Я, наверное, был неудобным для силовиков и властей в своем регионе. И то, как информацию обо мне в нужный момент подали силовики в Москву, а это именно, мне кажется, произошло перед саммитами ШОС и БРИКС, потому что была установка провести их четко, ровно, будут лидеры государств Бразилии, Китая, Индии, Путин в Уфу приезжал. И должно было быть все тихо. Tagantjärgi oskab ta isegi seletada, kuidas võis tema vastu vaenulik infomüra tekkida. Selles videoklipis on näha, kuidas ta korraldas rahvaküsitlus Ufa linnas päeval, mil seal samas linnas toimus opositsionääride organiseeritud vabaduse mars. Добрый день! Зима? Оппозиция активизировалась. Что пришли купить? Я уже все купил. А гражданские свободы не взяли? Взяли. А это что? Поделиться? Мясо, смотри, какая цена, мясо. А демократию не хотите? Нет. А гражданских свобод не хотите? Нет. А демократию купить не хотите? Демократию с удовольствием купили, но они продают демократию. Просто могу сказать, что, по моему мнению, все независимые активисты, которые были в это время в Башкирии, они либо сидели в СИЗО, либо получили срок в тюрьме, либо уехали из республики. Но вот со мной получилось так, что я был в командировке в это время, но дело на меня было возбуждено именно перед саммитами. Kuid Eestis põgenemisega Konstantini lugu Venemaale ei lõppenud. Nii näiteks hakkas Vene meedia kohe levitama tema piiri ületamise kohta valeinfot. Константин Чаглин якобы сейчас находится в центре для беженцев, причем родную страну Россию покинул без загранпаспорта по консульским документам. Мем локальный стал, что если что, бери консульские документы и сваливай из страны в любую точку мира. Это вещи, которые никто не знает, ни один консульский работник, ни один дипломатический работник. И все меня спрашивают, что это за такие волшебные документы. Интересно, что открыли дело 2 года назад, когда Чаглин был активным участником молодой гвардии Единой России. Тогда все обвинения отрицал, называл их недоразумением. А потом вдруг, как говорится, стремительно переобулся. Вышел из МГЕР и вступил в открытую Россию, то есть присоединился к тем, кто рассуждает о судьбах России и в основном из-за рубежа. Однако в этой ипостаси Чаглин продержался недолго. Он становится фигурантом уголовного дела об организации мошенничества. Из молодой гвардии его выгоняют. И вот тогда он появляется на организационном собрании открытой России, становится правой рукой руководителя
регионального отделения. Вопрос, зачем формат от правовластного к яркому оппозиционеру? Ярому. Причем смысл какой получается? Если этот человек себя ярко позиционирует против нынешних властей, если этот человек показывает, что он борется за справедливость, так или иначе, да, шансы у него получить политическое убежище, они в разы возрастают. Видимо, решил, что надо соответствовать во всем, а заодно разыграть уже проверенную карту жертвы выдуманных репрессий. Kuid millega Konstantina Igu pooles Putini meelses organisatsioonis tegeles? То, что я делал в «Молодой гвардии», оно, с моей точки зрения, я думаю, с точки зрения любого человека, отвечает каким-то международным ценностям и базовым правам, и понятиям, пониманию тому, как это нужно делать, тому, как делается политика. А, например, один из видов деятельности общественной – это борьба с нелегальными казино. И когда мне предлагали за то, что я отойду от этой деятельности, либо на что-то буду закрывать глаза, либо согласовывать графики проверок, рейдов по этим нелегальным заведениям, с полицией, я на это не соглашался и занимался этой деятельностью довольно-таки продолжительно, и причем не только в своем регионе, а по России в целом. Может, потому и не выходит Константин Чадлин с друзьями на связь? Чем меньше подробностей о нем известно, тем больше вероятность продать эстонским властям далекую от реальности легенду, и тем выше шансы на вожделенный статус беженца. Последние полтора месяца до моего побега из России за мной, в принципе, велась слежка, как за рядом других активистов. Это, скорее всего, было связано именно с деятельностью с «Открытой Россией». А что с твоими близкими, родными сейчас в Уфе, в России? Давление ты на них не оказывается. Я, конечно, переживаю, но я понимаю, что, наверное, есть негласное соглашение с силовыми структурами, что они не трогают моих близких, и я не трогаю их. Или, может быть, я уехал из России, ну и отлично. Свалил, меньше нам головной боли. Отчитались, что он уехал по консульским документам, все, соответственно, сняли с себя. Пусть там у себя в Эстонии живет. Но у тебя есть надежда вернуться? Я особо не хочу возвращаться. У меня есть надежда на то, что я смогу доказать рано или поздно то, что это не правосудный приговор. И я изучаю сейчас механизмы, как это сделать. Смотри, одна из причин, по которой мы не смогли посетить твое нынешнее место жительства, из-за того, что ты говорил, есть какие-то такие, ну, непонятные сообщения приходят, и атаки. Есть просто такие страхи за то, что, ну, покажешь один раз, и вот, ну, а вот придет какой-нибудь дурачок или... Да, я не могу сказать, что я сильно боюсь этого. Я не хочу с этим сталкиваться. И есть негативные комментарии в соцсетях от людей, которые представляются местными российскими патриотами. И я знаю, что в России достаточно не вполне адекватных людей, которые могут приехать и захотеть со мной расправиться, может быть. Поэтому я предпочитаю сохранять конфиденциальную информацию о моем месте жительства, о конкретном моем месте работы. И работу выбирал я как раз из такого принципа, что я буду передвигаться по каким-то проектам. Если его все-таки удастся получить, в Таллине Чадлин, очевидно, без дела не останется. Может, займется правозащитой среди беглых граждан, дело модное. Может, реставрация и мебель, говорят, золотые у него руки. А может, будет спасать грызунов. Судя по соцсетям, Константин Чадлин к ним весьма неравнодушен. А уж найти беспомощных хорьков в Эстонии труда точно не составит. Если бы меня просили объективно со стороны оценить такую ситуацию, что приехал человек, который занимался какой-то активной деятельностью политической, провластной именно в этом контексте, и просит убежища, по моему мнению, для того, чтобы внедрить какого-то агента влияния или еще что-то, есть куча других инструментов. То, как работает российская пропаганда в Эстонии, это верх мастерства. Как некоторые шутят, если бы Геббельс работал на российском телевидении, он бы там разносил кофе. Смотри, а вот пример вот пропаганды, собственно говоря, чем она вот примечательна в Эстонии, российская пропаганда? Большинство русскоязычных людей здесь, в Эстонии, считают по праву Эстонию частью России, по своему праву внутреннему какому-то, и не признают, мне кажется, эстонского государства. Но при этом они, когда я с этими людьми разговариваю и говорю, а чего вы не поедете в Россию? Они говорят, ну как, я же здесь родился. Зачем ехать в Россию? Тебе сейчас пишут что-то с Россией ребята, которые, может быть, точно так же чувствуют какое-то давление, может быть, они за советом к тебе обращаются? Мне написали несколько человек, которые просят поделиться опытом. Написали несколько человек, которые просят поделиться местами перехода границы. Но я не буду предоставлять такую информацию.
Вот эта вот информационная машина, информационная пропаганда, которая развернулась. А как с этим бороться, собственно? В России вообще знают, что в Эстонии треть населения на русском говорит? Да, но их очень сильно ущемляют. Ну, это я говорю о том, как в России это знают. Практически все меня спросили, как ты там вообще себя чувствуешь? Из тех людей, кто меня поддержал, это почти 500 человек из моих друзей в Фейсбуке написали мне. И, наверное, 70% из них сказали, что ну, это же Эстония, там же ненавидят русских. Как вообще ты там по улицам ходишь? Российский народ вот сейчас, собственно, готов перешагнуть? Я думаю, что нет. Я думаю, что 20-30 лет... Почему мы должны сейчас тебе верить, что ты не шпион? Ну, верить мне не надо. Не надо никому верить, в принципе. Тем более в таких историях. Но есть понимание презумпции невиновности.